Так, ну чё, пошло. Уменьшил битрейт, потому что под загрузки-то 2200 поставил, не знаю. Что, поехали? Так, как я уже писал, что мы закончил я уже пришел к пещере, где находится рог Юргена, который я должен принести. В качестве испытания с седобородом. Так. Добыть рог Юргена, призывателя ветра. Так, сейчас, секундочку. Хочу настроить планшет, чтобы чатик читать. Клянусь, я убью тебя. Так, обыскать бандита. Только глупец снова со мной. Свобода. Теперь ты поплатишься. Ты у меня сгоришь. Какой сюрприз. Так, ну что, поехали. Эта пещера прикольная. Смотрю, подзагрузок нету. Что чатик меня не показывает? Станем магию. Олег, давай спать иди. Да, какие-то чуваки стоят там. Враги, скорее всего. Эти твои дреллы тупее, чем аркониане в мете. Не стесняйся взять кирку и помочь. Предпочитаю не опускаться до ручного труда. Не стесняйся взять кирку и помочь. Предпочитаю не опускаться до ручного труда. Кроманты. Ух ты, как стрела бьет. Ты, блин. Колдун новичок какой-то. Так-то. Так понял, здесь маги. Ух ты, блин.
Че у меня чатик не работает? Зелье. Точка. Да. Походу там жесткие маги дальше будут. Романты. Черное деяние маг. Да ты шо? Сильно жрет этот огненная стрела. Она, конечно, дамажит, но жрет магию сильно. Грузится у меня чатик, короче. А, там пишите. Рецепт восстановления магии. О, на 75% восстановления магии. Смотрим. Одежда. Так, где-то здесь в пещере лежит рог Юргена, который нужно любыми путями забрать. Так, что у нас 30 там. Заклинание разрушения расходует на 12%, вот это неохота терять, но 5% плюс-минус оно даст. Все-таки это лучше. Так, сохранимся. Рад какой. И все такие рог. Где ледок? Должна же помогать. Почему ее нету? Может, ее замочили? Ясновидение. Указывать путь к текущей цели. Нормально. Сейчас мы выучим ее. Так, ясно видеть. Или восстановление магии. Гигантский или шайник. Жемчужина. Ну, эти. О, в этом... Лечимся. Так, древний нафиг надо. Прах вампира. Ну, у них всех эти робы, которые можно потом продать. Ухо Фалмера. А, этот Фалмер, помню, по Морровинду.
Его убить только можно магией или магическим оружием. Я помню, попал на него с обычным мечом. Просто ничего не мог ему сделать, он гонялся за мной там полдня. Продать можно. Нужно держать ухо востро. Запаслись тут некроманты. Вижу там ящичек. Походу замком. А нет, там замка. Так, секира. Возьмем, уже продадим. Щит возьмем. Слабое зелье магии надо. Что-то некроманты притаились. Пусто, пусто, пусто. Уже повыгребали все. 7 золотых оставили. Хорошо. Крутится у меня чатик и все, работает. Саный Твич. Сейчас скоро попробуем на Ютубе. Там должно быть нормально. Книжечка. Становление повышается до 25. Возьмем ее. Зелье зачарователя. Тоже возьмем. Придется, наверное, посох применять. Мертвецов оживлять. Где же ледок пропала? Кто не знает, ледок — это телохранитель там. Ёлка, которая мочит на мечах и на, с луком, короче. И потанкует все время. Скелеты. Что-то на ее со мной нету. Опа. Опять этот мах. Такой упоротый. Сейчас я зайду гляну что-то.
Ловушка. Шлем. Улетел. Вечно не вылазят с этих гробов. Неожиданно. Сыромятный суп. Уровень эксперт в самом сложном уровне. Правильно. Здесь. Мост. Мост. О. На другой уровень. Глубины. Сохранимся. Ого, там такие. Территория такая большая еще. Походу пещерка не маленькая. Улетел. Неплохо, мы же разрушение докачали 30-35. Ого. Прям целый. Прям деревья растут нормально. Да, ты что, ловушка. Ай-яй-яй. Это меня подожгло. Лечиться. Так, мы возьмем. Так. Правую. Левую. Это скелет. А во. А ты шо? Еще умеет подниматься. А ну, лед против огня. А ты шо? Блин. Все-таки с двух рук лучше.
чатик у меня завис, и все на планшете. Ушение, ушение. Здесь хавают. Столовая. Ничего нету. О, как это бутылка лечения валяется одна. Все похавали. О. Ни золота, ни. Это бомжи. Видно. Все этот рог охраняют. Видно, главный где-то некромант сидит. С ним будет тяжело, наверное. Сюда. Надо заманить их в это масло, поджечь. Сейчас тут вылезет, я же говорил. Ой, хорошо. Череп тролля. Так, сохранимся. Как тут деревья растут? А, тут солнце все-таки есть. Скелетик прошел сам через это. О, сундучок. Железная булава, нафиг не надо.
Кто-то дышит. А, о. Трон. А, тут главный некромант уроки преподает на лавочке. Обучает. Так, туда вниз. Вижу там драконье слово. Можно изучить. Пока туда не пойдем. Посмотрим, что тут. Тут можно пройти. Ой-ой-ой, куда я зашел? А. Я понял, здесь надо применить. Это что, быстро. Ага. Так, ну ладно, это пока. Смотрим, что тут наверху. Применить слово силы. Быстрая перебежка, как называется. Пробежка. Какое-то кольцо магическое найти. Пина нету. Это все обшаривать. Уже вниз пойти посмотреть, потом сюда. Ну, я так понял, сюда нам надо идти. Через эти ворота. Спустимся вниз, посмотрим, что тут есть. Слово силы по-любому надо изучить. Изучено исчезновение бесплотность. Это типа невидимость, что? Теперь надо будет убить дракона, и мы завладеем этим словом. А пока мы только знаем знания. Бесплотность. Изменяю вашу форму так, что ни вы не можете причинить вред кому-либо, ни кто-либо вам. По привидениям становимся. Какое сейчас стоит? Жалостная сила. Пус! Пус, как раньше у них пояс был такой, фус популярный. Что тут есть? Ух ты, блин, я нашел тайник. О, свиток огненный шторм. Может, поможет с боссом как раз. У него... В готике огненный шторм это вообще была такая жесть. Можно было полгорода уничтожить.
Так, больше, в принципе, ничего нету. Что, идем через ворота? Что, я не взял? Пропустил. Железные перчатки. Золото. Едем железные перчатки. Какие ботинки? У меня какие-то сыромятные наручи. Так, где железные перчатки? Шлем. Сюда, да? Так, как сюда я поднялся? А, там где-то выход. Потерялся, где-то комната. Я понял, сюда спрыгнул. А вот там. Ставим крик. Стремительно. Так. Блин, надо быстро все делать. Ловушки какие-то. Некроманты понаделают ловушек. Лучше. Так, дальше наступать нельзя. Сюда.
Ух ты, блин. А что делать? Стремительность можно делать. А. Да, ты шо, пауки. О, там нету. Пауки, мертвецы, скелеты, весь набор некромантов. Ой-ой-ой. Ух ты, бля! Да ты шо? С одного удара замочила. Присядь она. Вот жесть. Отсюда начинать. Блин, а чё я там не горела, когда я пошёл, загорелась. Паучара. Промазал. Промазал.
Получи яйца. Их замуровала дверь. Так. Кажется, сейчас босс будет. Сейчас двери захлопнутся. Да, ты что, что ж такое? Я думаю, какое-то животное выловит. Неужели никто не будет? Провалено. Добыть рог Юргена, призвателя ветра, встретиться с тем, кто забрал рог. Чуваки, нам нужно поговорить срочно. Отправляйся в таверну «Спящий великан» в Ривервуде. Сними комнату на чердаке, а я встречу тебя там, друг. Короче, рог кто-то забрал. Кто-то побывал до нас. И хочет нам его отдать теперь. Я неизвестно, может этот... Наемный убийца какой-то. Что там в воде? Чё? Я-то думал, сейчас будет некромант главный. Надо какое-то кольцо. Там. То есть магия какая-то или восстановление магии. Пламя. Ну пламя, кажется, у нас есть уже. Вы блокируете щитом на 10% урона. Да? Для воина хорошо, для нас нет. Хорошо, что не надо возвращаться. Это что за монстр? А, это
типа этих тараканов. Так, сохраним. Что у нас там по заданию? Встретиться с тем, кто забрал рог. Ривервуд. Видеть волка стража. А, да, такое. Базарит. Ого. Оживляется он тут. Прям днем. Уже б ночи дождался. Вообще офигели некромант. Так. Нужно продать то, что мы набрали-то. Может что-то нормальное купить. Поспим. Ночью прикольно. Так. Ривервуд, да? О, мы тут рядом. Победить злокрыса стража. Уже сходим по заданию пока. И какой-то город, Данстар. Я думаю, можно будет отвлечься пока от задания основного. Может, набредем на еще какую-то пещеру. Нам бы еще одного дракончика убить. Новое слово изучить нормально. Походу здесь дракон побывал, что все горит, пожженное. Спалил дом, чешу. 4 золота. Зато золото не горит. О, да ты шо? О, ледок появился. Я даже пересрал, думаю, что с такой. Чё ж ты мне там не помогала? Я думал, тебя уже замочили. Во дворе там. Сейчас самому холодно. Вспоминаешь зиму? Ты то, что вспоминаешь, представляешь. Какой-то курган. Забрались вообще на север куда-то. Кто это ходит? Это ж бандит. Столько бандиты могут шариться. Вон еще одни. За бараном бегают.
типа главарь бандитов. Еще один главарь. Давай, ледок, добей, добивай. Красава. О, стальная броня, 275. Блин, я перегружен. Придется скидывать. Короче, я скидываю. А, у них-то хорошая броня такая. Жареная рыба убийца. Печка. Это еще есть. Бандит. Типа убегает или что нибудь да, чувак, ты разгромленный. Мы разгромлены. Отступаем. Да где ты? Ой, блин, да ты шо, проляка. А у меня маны почти нет. Лида на тебя бежит. Себя согрел его. Интересно, Лида умирает вообще? Жир тролля, серебряное кольцо. Так, сходим до... на берег, посмотрим, что там есть. Вот красиво. Интересно, там есть что-то под водой? Уровень, где много кораблей было затопленных там. Можно было неплохо поживиться. О, это что такое? Морж. Они типа безобидные, я так понял. Если их не трогать.
морозную воду, такой раз поплыл. О, что-то там... Кто-то есть. А ледок плывет? Я не понимаю, это что, под водой она лишь красным светится? Под водой? А? А где? Сохрани. А, сохранить? Воду. Ничего нету. Что там? О, мы уже возле города от этого большого. О, вот там глубина такая. Мы потом не вынырнем, наверное. Стар. О, ладья такая. Викингал. Сейчас. Так, мне нужен торговец. Наверное. Ступкая пестика, этот, алхимия. Мое появление в Данстаре как нельзя кстати. Всему городу снятся жуткие кошмары. Если стражники Вайтрана могут победить дракона, то мы-то подавно. Короче, происходит какая-то херня. Я главный дом. В чем дело? Драконы. Шахта. О, ледок. Мы туда не пойдем, короче. Во имя девяти скальп. Да кого мы напугаем своими старыми ранами? Мы больше не солдаты. Твой человек. А, это Ярл, короче, типа носит князя. Старые доспехи легиона. Что мне прикажете думать? Он гордится своей службой, Скальд. Легион научил нас верности, и мы верны Данстару. Смотрите у меня. Если я перехвачу от вас хоть одно письмо генералу Тулию, обоих казню. Мой долг охранять Брину Мирилис. Аккуратнее с огнем. Смотри без глупостей, прилегатель. Ну что, пойдем побазарим с Ярлом. Просто слуга Скальда Старшего. Не стою времени и внимания. Да. Отц.
пошел спать, тишу. О, сколько добра. Оп. Видок. Так, тут должен быть торговец нормальный. Уходи, если только ты не знаешь, как решить проблему с кошмарами. Да, Данстар. Мой Данстар попал под проклятие ночных кошмаров. Я уже сколько дней не спал толком. Жрец Мары, что приходил до тебя, говорит, будто боги нас исцелят. Ну а до того момента я не собираюсь судачить о наших бедах с приезжими. А знаешь, отчего драконы-то нападают? Талос сердит, что мы от него отвернулись. Вот только выгони имперцев из Карима, драконы тут же исчезнут. Помяни мое слово. Да. Братьям Бури суждено выиграть эту битву. Талос с нами, а воин, благословленный богами, не может проиграть. Данстар уже не раз подрезал империи крылышки. Надеюсь, так оно будет и впредь. Братьям Бури суждено выиграть эту битву. Кошмары. Талос с нами, а воин, благословленный богами, не может проиграть. Отставить, все нормально. Сразу хватается за лук. Так, это надо, короче, утром приходить сюда. Ждем. Я тебя прикрою. Я с радостью понесу твою ношу. Да? Тут ты такая бомжи, бомж, надо тебе нормальное оружие подобрать. Да. Так, а ну. На тебе стрел. Нет. Как ей передать стрелы? А, дать. Этот меч дам ей. Стальная секира. Стрелы надо. Нафиг они мне надо. Так, одежда. Железный шлем. Может тебе щит подогнать? Все. О, шлем одела, молодец. Веди. Мой щит взяла. Оно. Ух. Только это, кажется, не тот меч. Ржавый, надо тебя забрать его. Я тебя прикрою. Если ой-ой-ой-ой. Я буду дома. Куда-куда-куда? Честь куда? Тебе, Тан. Ну что ж, идем. Блин, чуть ее не отправил. Я все еще здесь. Я с радостью понесу твою ношу. Так. Ага, мы тебе сейчас... Стальной меч.
Веди. О! Ты как бомж ходишь с ржавым мечом. Вот теперь, смотри, приоделась. Магический меч, щит. Казармы. Так. Наверно, идем сюда. Таверный владеет Торинг. Поговори с ним. И кто такой? Нужно что-то? Завидую я вам, приезжим. Кошмарные сны-то мучают только местных. Здесь ее любят все, кроме того... Ищешь ночлег? Не волнуйся! Кошмар... Рагнар... Давай утолим твой голод! Жил-да-был Рагнар рыжий героем. Он был как-то раз, он в Айтран ненадолго прибыл. Да, пища. Продадим жареную рыбу-убийцу. Ладно. О. Прости, мои мысли бродили где-то ты. Знаешь, что говорят мечом, про Вентуса Аретин? Это мальчик такой, живет в Виндхельме. Он вроде бы пытается связаться с темным братством. А говорит со Вентусом Аретин. Тебе доводилось бывать в святилище Азур? Говорят, его построили темные эльфы. После бегства из Моравида. Лязкая сталь беспрестанно зрел, и Матильды воинственный дух пламенел. Сидеть храм Азур. Всем в городе известна черная дверь. И то, что от нее нужно держаться подальше. Так. Дропы были, чешу. Угу. О. Что беспокоит тебя, сын мой? Весь город одолевают ужасные ночные кошмары. Жители в большой опасности. Но боюсь, я мало что могу для них сделать. Тут вообще можно сделать сны, это не я. Эти сны, видения, созданные владычицей Даэдра Верминой. Она пожирает наши воспоминания, а взамен оставляет кошмары. Они как кашель, который указывает на серьезную болезнь. Я должен сорвать ее путы с этих людей, прежде чем их души будут непоправимо искалечены. Мне нужно вернуться к источнику проблемы, храму призывателей ночи. Может, ты хочешь мне помочь? Что ты имеешь в виду, говоря вернуться? Там был? Я и так уже много сказал. Если кто-то услышит наш разговор, начнется паника. Я просто прошу тебя довериться мне и помочь спасти Данстар от кошмаров. Так, я доверяю тебе, как я могу Чудесно. Помочь. Госпожа Мара будет довольна. Храм призывателей ночи стоит недалеко от Данстара. Идем, нужно спешить. Вермина обитает в странном царстве под названием Трясина. Это страна кошмаров, где реальность искажается невозможным образом. Из своей цитадели она тянется за нашими воспоминаниями, оставляя за собой видение ужаса и отчаяния. Кто знает, может, она коллекционирует их и выставляет в магической галерее как предметы безумного искусства. Как бы то ни было, ее намерения отнюдь не благие. Вермина обитает в странном царстве под названием
Исина. Это страна кошмаров, где реальность искажается невозможным образом. Что тебе нужно? Да, нужен торговец, срочно. Тропы были где-то. Хреново. Так, кузнец, что за... Работаю. Знаешь, теперь в Данстаре никто не может выспаться как следует. Лучше покупай свою сталь и спасайся отсюда, пока не под... Мы тут управляемся вместе с моей женой Сирен. Наш сын или дочь мало что узнают о культуре Редгардов тут, в Скайриме. Жена волнуется, как ей приобщить ребенка к традициям своего народа. Слушай, если найдешь книгу под названием «Ночь приходит в Сентинель», принесешь ее мне. Это история о народе моей жены. Она бы нам пригодилась. Я найду, принесу. Отлично. Да, я работал в портах то там, то тут. Большинство капитанов крайне суеверны в отношении того, кто на них работает. Там сидит, а жена известен невезение. Клепает. Последний порт захода перед Винхельмом. И наша руда — сладкий пирог для пиратов. Так, да, ну, все, что ты продаешь воину нужно. Клинки, шлемы. Практически все необходимое. А, это нам ничего не подходит. Я жду. И классные перчатки. Возвращайся, если понадобится. Ты что расскажешь? Ой, как же я устала. Немного. Приехала несколько лет назад из Хаммерфелла, когда вышла замуж. Вышла замуж. Очень красивая, но холода я не переношу. Не понимаю, как это Рустлиф не мерзнет. Да-да. Родина Редгардов, земля песков и морей. Надеюсь, когда-нибудь я смогу убедить Рустлифа вернуться туда. А пока мы держим кузницу в Данстаре, я довольна. Если что нужно, мы работаем каждый день. Так, мне нужна магическая какая-то лавка. Тебе надо поговорить с Рустлифом. Так, а ну что ты скажешь? Я не уроженка Скайрима, но пока... Сейчас в Данстаре неспокойно. Все взвинчены. Скальд поддерживает Ульфрика. И ему не нравится, что в его городе живет пара пожилых легионеров. Он глупец. На Хелген напал дракон. Империя нужна Данстару сейчас больше, чем когда бы то ни было. Топишь горе в стакане? Сейчас кругом много таких. Тогда иди в таверну «Пик ветров». А насчет работы? Можешь попробовать застать Скальда в хорошем настроении, но проще найти работу в шахтах. Это на другом конце города. Не делай глупостей. Да, а это шо? Ступка и пестик. Я уже был. Короче, надо к этому, к ярлу. Там у него должен быть этот придворный махчишу. Яхус. Ярл устал. Не забывай. Я... Уходи. Если только ты не знаешь, как решить проблему с кошмарами. Кошмары. Моя единственная цель – сохранить мир. А, во. Если знаешь кого-то, безбожные имперцы. Вначале они нас так называли, чтобы принизить наше дело. Но мы с радостью приняли имя Ульфрика Буревестника, единственного истинного верховного короля Скайрима. Мы верные сыновья и дочери Скайрима. Буревестник, который мы в начале игры ехали на казнь.
Мы сражаемся, чтобы наша страна снова стала великой, чтобы пришли сильные, благородные политику. И свергли ложных ярлов и тех, кто прячется за их спинами. То, боюсь, мои просьбы игнорируют в коллегии Винтер. Можно и так сказать. Но на поле битвы ноги моей не будет, сколько бы ярл ни требовал. Я сражалась на Великой войне. Тогда я оборвала столько молодых жизней, что с меня хватит. Около 30 лет назад Альдмирский доминион вторгся в Империю. Нападение было неожиданным, никто не был готов. В конце концов, они разорили имперский город. Я была там, косила молодых эльфов огненными шарами и молниями. Во имя Акатоши, столько крови. А запах, запах горелой плоти... Ах, ладно. Магия не в чести в Скайриме. Только маги Винтерхолдской коллегии ее преподают. Если хочешь учиться, иди туда. Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами? Так, золотое ожерелье. Нахер. Быстрое лечение. Вызов огненного страннаха. Вызов питомца. Руна накладывается... Так, это не то. Захват душ. Если противник умирает в течение 60 секунд, заполняет камень душ. Ледяной шип. Молния. О. Так, это не то. Мне нужен огненный шар. Оживление зомби. Оживление трупа. Пламя. Огненного шара нету. Только она... О! Страх. Существа люди уровня 9. Ярость. Блин. Вообще ни хрена нету нормального. 25. Захват души можно. Камни наполнять, в принципе. Вызов питомца. Да. Разное. Большой камень душ. 1000. Оружие. Посох зомби, посох. 26 всего. Так, амулет один можно. Надо это Лиде все поддавать. Так, золотое продать. Такое дешево все. Да ты что, по 18. Красноречие. Кстати, его тоже надо прокачать.
есть. Ладно, продать. Один прекрасный день. Я здесь, что погляди. До встречи. Так, Ледок, давай тебе подкину еще. Я с радостью понесу твою ношу. Так, одежда, амулет. Показывай здесь дорогу. Пошли. Так, что надо? По заданию. Ходячий кошмар. Отправиться за Эрандуром в храм призывателей ночи. Зашел. Со мной Ледок, потому что там перемочим всех. Так, куда нам идти? Поговорить с... Нам сюда. Хранимся. Что за проблема? Говорю тебе, эти сны настоящие. Шахтерша. Настоящие. Тебе не следовало приходить сюда. Это Скальд Старший. Он сейчас в белом зале. Наверное, опять превозносит Ульфрика, будто он воплощенный Талос. Да кто я такой? Угу. Просто... Бейтель думает, я пью на работе. А если и пью, то что? А? Сюда иду. Блин. Видно с той стороны. Аджиты. Теплые пески Эльсвейра так далеко. Чем дольше мы странствуем по дорогам Скайрима, тем пустыннее кажется земля. Нужно что-то. Это очень красивое место. Бандиты не дают караванам прохода, но каджитам обычно удается их отогнать. В Скайриме полно всяких опасных тварей. Волки, тролли, мамонты и великаны всегда готовы нами пообедать. Но самое ужасное — драконы. К счастью для нас, они, похоже, не охотятся на дорогах. Несколько дней назад мы попали в засаду. В целом ничего страшного, но у нападавших были ловкие пальцы.
Один из них стащил мой лунный амулет. Мама подарила его мне, когда я был еще котенком. Это единственное, что напоминает мне о доме в этих холодных землях. Я постараюсь Спасибо вернуть. Спасибо за предложение. Мы думаем, что те бандиты были из шайки, которая обосновалась неподалеку. Будь осторожнее. Мне жаль этого амулета, но потеря жизни невосполнима. Так, ты охраняешь караван? Да, меня наняли защищать остальных, пока мы бродим по дорогам Скайрима. Это дело неблагодарное. И я бы лучше отправился домой, в Эльсвейр, но выбора нет. Что-то нужно? Мне бы хотелось научиться красивее говорить. Это надо. Что ж, я именно тот, кто сможет тебя научить. Так, красноречие. Цена 230. Учиться. Еще. Так, новый уровень. Надеюсь, дорога приведет тебя в теплые пески. Твой визит — честь для Каджита. Так. Новый уровень. А что у нас там по иллюзии? Нет. Так, при торговле с представителем противоположного пола цены выгоднее на 10%. Вы можете продавать любые предметы любым торговцам. Вот это надо, потому что вечно подкуп. Можете подкупить стражников. Убеждение, вот это тоже классная вещь. Запугивание. Вот я люблю в РПГ красноречие, потому что открываются новые ветки диалогов. Но не все делается именно тупо мочилово. Вы можете вложить 500 золотых в любой магазин, чтобы навсегда увеличить доступный запас золота его владельца. Вы можете торговать краденым с любым торговцем. Ага. Каждый торговец в этом мире получает дополнительно 1000 золотых для торговли. Ну, короче, вот эта левая ветка не нужна, а вот это убеждение, запугивание можно прокачать. Но нам пока надо разрушение. Так. Тут 50 необходимо. Тут 40. 40, 50. Короче, нам пока это не... Мы можем 50% больше урона огненное заклинание. Наверное. Возьмем его. А, тут 60. Короче, это нам пока недоступно. Вот это регенерация, классная вещь. Лечебное заклинание на 50% более эффективны. Заклинания более эффективны против нежити. Так, кто? При сотворении заклинания школы восстановления с двух рук получается еще более сильный вариант. Магия восстанавливается на 25% быстрее. Вот эта вещь.
рассудки, если ваше здоровье становится ниже 10%, автоматически восстанавливается весь здоровье. Внимание. Блин, у меня необходимо 30, у меня 25. Короче, красноречие, наверное. Или легкая броня, может. Класс легкой брони увеличится на 20%. Наверное, это изучим. И то хочется, и то. Хочешь что-то купить, поговори с другими. Так, может, этот продает что-то. Товар, многие отказываются разговаривать с нами. Погляди. Железный боевой молот убавления. Священный перский лук. С одежды. Все такое дорогущее. В основном с нордами. Они не любят чужеземцев на своей земле, так что нас они в свои города не пускают. Они всех нас считают ворами и торговцами скумой. Это очень несправедливо, но мы стараемся не обращать внимания. Честно говоря, недавно. Я пришла в Скайрим, когда поняла, что мне не рады ни в Эльсвейре, ни в Сирадиле. Похоже... У меня просто талант ввязываться в неприятности с законом. Рисат умел не обращать на это внимания. И именно он помог мне снарядить торговый караван. Так. Теперь я работаю на него. Плата крыс, через лакрыс уже здесь. Лунный амулет. Походу надо сюда подниматься. Любые товары и все может быть твоим. А он может в той башне? Я бы потратил бы сейчас еще 1000-2 на убеждение, не знаю. Наверное, потрачу, потому что где я потом буду искать? Кошаки, наверное, где-то смоются, потом их найди. Значит, наверное, не будут стоять всю игру.
паучара. Да ты слабый. Прежде чем мы войдем, я хочу предупредить об опасностях, которые ждут внутри. Много лет назад на храм напали одержимые местью орки. Их одолевали кошмары, так же, как теперь жителей Донстара. Нет. Зная, что им не одолеть орков, жрецы Вермины выпустили так называемые миазмы и погрузили всех в сон. Я боюсь, что когда мы откроем врата, миазмы выветрятся, и тогда они все проснутся. И орки, и жрецы Вермины. Миазмы были созданы жрецами Вермины для их ритуалов. Это газ, который погружает жертв в глубокий сон. Поскольку ритуалы длились месяцами и даже годами, миазмы замедляли процесс старения. К сожалению, да. Чем дольше человек дышит миазмами, тем более страдает его разум. Те, кто долгое время подвергались их воздействию, полностью теряли рассудок. В некоторых случаях люди просто не просыпались. Так, ну что, пошли? Когда мы войдем внутрь, все станет ясно. Это что, вылетела игра? Да, давно не вылетала. Сохранился как? Не? А, блин. Позар быстро пропустим. Прежде чем мы войдем, я хочу предупредить об... Нет. Я боюсь, что когда мы откроем миазм... Поскольку ритуалы длились к сожалению, те, кто долг... В некоторых случаях люди просто не просыпались. Да. Гра вылетает, бывает. Да, сын мой. Чем я могу помочь? Что-то мне кажется, он специально нас заводит сюда. Да кто такой? Как это он? Был там, теперь здесь. Да, сын мой. Чем я могу помочь? Да, сын мой. Чем я могу помочь? Обещаю. И что тут? Я отвечу на все... Дай мне всего пару минут, и я открою эту штуку. Да ты шо? Какая иллюзия. Теперь я покажу тебе источник кошмара. Сюда. Подожди, дай пошариться. Это газ, чешу. Узри череп порчи. Источник горести Донстара. Мы должны дойти до святая святых и разрушить его. Пошли. Нельзя терять время. Это газ, типа, этот. Миазма. А ты что? Орки. Просыпаются.
А где ледок? Блин, ледок осталось. Должно быть, включили этот барьер, когда выпустили миазмы. Вообще-то невозможно. Интересно. Думаю, есть способ преодолеть барьер. Но я должен проверить их библиотеку и убедиться. Полагаю, уже нет смысла скрывать правду. Мои познания об этом храме происходят из личного опыта. Когда-то я был жрецом Вермины. Когда на храм напали орки, я бежал. Бросил своих братьев и сестер умирать. Последние десятилетия я провел в раскаянии. Пытался искупить вину, служа Маре. И благодаря ее доброте я исправлю свои ошибки. У меня все еще есть ключ от библиотеки. Как только приготовишься... Мы пойдем. Предание гласит, что череп Порчи вечно жаждет чужих воспоминаний. Черепы не касались так давно, что он, похоже, приобрел способность достигать сознания людей на расстоянии. Что именно он делает с воспоминаниями? Лишь гипотезы и догадки ученых и историков. Нужно спешить. Пошли в библиотеку. Скорее уничтожить череп. А где ты там? Потерялся, чешу. Давай, открывай. Вот. Она вон там. Осторожно. Внутри наверняка есть и другие пробужденные. О, это жрец. Ой-ой-ой. Слабое зелье дяди Вермины. Бомж. Эта книга нормальная. Меч. Где эта книга? Когда-то в этой библиотеке было полно книг с заклинаниями. А теперь посмотрите, почти все сгорело. Надеюсь, нужная нам книга уцелела. Молодчуха. Застрял там, чешу. Что, надо все искать ее, чешу? Yeah.
Ой-ой-ой. Теперь, когда все на чистоту, давай найдем информацию, которая мне нужна. Теперь, когда все на чистоту, давай найдем информацию, которая мне нужна. Мы ищем книгу с алхимическим рецептом под названием «Снахождение». На обложке изображена Вермина. Книга должна быть где-то здесь. Вермина обитает в странном царстве под названием Трясина. Это страна кошмаров, где реальность искажается невозможным образом. Я забрал у нее эту душу, типа, чешу. Череп тролля. Так, да не, никогда не открывал я замков. Эксперт. Мычек мало. А сохранится. Чуть только на это, и все, ломается. Ёлки зеленые. О. Жесткий замок. А, почти. Золото 20, слабое зелье май, офигеть. Потратил сколько отмычек. Да, сын мой, чем я могу помочь? Так, походу тут нету, надо вниз идти. Посмотри на полках, что на балконе, а я поищу на нижнем уровне. Надо мага сразу.
Сразу нужно мага мочить. Блин, хватило магии. Вот сохранился. Убью. Ой-ой-ой, этот как орк мощный. Что этого замочили, чешу? Я покажу тебе на... А не, живой. Да, сын мой. Чем я могу помочь? Жир тролля, корень. Знаем. Уже идет прокачка. Создавали? Сами не понимаем чего. Ну-ка, аптекаря. Еще посоздаем. Не было сомнений. Thank you.
Для магии. К аптекаря. Ой, тут всякой фигни. Надо сейчас полхимичить, покачаться. Собираем. Соли пустоты. Палец великана. Да блин. О, вот мы ж тут были. Мы не нашли книгу. Морковка. Где этот чувак? Бешенство. Лицо дракона. Где он? Ну, где он? А, во. Посмотри на полках, что на балконе, а я поищу на нижнем уровне. На полках, что на балконе. Где балкон? А, вот. Вот оно. Да, сын мой. Дай-ка посмотрю. Слава Маре. Есть способ пройти сквозь барьер во внутреннее святилище.
Нам поможет жидкость под названием апатия вермины. Да, апатия позволяет жрецам вермины ходить по снам. С помощью снов они могут попасть в места, недоступные нам в реальном мире. Поверь, эта способность широко известна среди последователей вермины. Правда, мне пока не приходилось видеть ее в деле. Я жрец Мары. На меня эликсир не подействует. Апатия работает только для жрецов вермины и мирян. Да. Короче, нужно надо выпить зелье. Здесь есть некоторый риск. Последний раз этот напиток пили десятилетия назад. Но клянусь именем госпожи Мары, я сделаю все, что в моих силах, дабы защитить тебя от всякого вреда. По-моему, в восточном крыле есть лаборатория. Возможно, там мы найдем образец. Ты увидишь чужие воспоминания своими глазами и почувствуешь своим телом. Так, я же там уже был. Может, я уже ее взял? Так, смотрим. Где апатия вермина? Я уже ее взял, оказывается. Где ты там? Это там тормозит, чешо. С ними покончено. Теперь нужно найти апатию. А нашел уже. Отлично. Я боялся, ты не знаешь, что именно искать. Удивительно, что тебе удалось найти нетронутую бутыль. Такое ощущение, будто здесь бушевали орки. Что ж, я привел нас сюда. Но тебе предстоит вести нас остаток пути. Пей. Судьба Данстара зависит от этой маленькой бутылочки. Чем дольше мы ждем, тем больше вреда вермина причиняет невинным людям. Я понимаю твои сомнения, но обещаю, что это сработает. Хорошо. Просто... Сейчас хлебанем. Продолжим. Апатию. Брат Верен, орки ворвались во внутреннее святилище. Нельзя отступать. Они не получат череп. Не позволим. Но нас осталось так мало, брат. Тогда у нас нет выбора. Мы выпустим миазмы. Миазмы? Но, брат... У нас нет выхода. Такова воля Вермины. Ну а ты, брат Казимир, готов ты исполнить волю вермины? Короче, они порвали сорки, они, чтобы спасти храм, выпустили миазму. И сами заснули и вместе с орками. Тогда решено. Брат Казимир, ты активируешь барьер и выпустишь миазмы. Ничто не должно тебя остановить. Брат Торек, мы должны остаться и защищать череп ценой жизни, если придется. Согласен. До смерти. Да будет так. Прощайте, братья. Выпустить миазмы. Так, куда ж идти? Там сверху. Это череп.
по тебе. Да ёлки зелёные. Было сохраниться. Да ты шо. Брат Верен, орки ворвались во внутреннее святилище. Нельзя отступать. Они не получат череп. Не позволим. Но... нас осталось так мало, брат. Тогда у нас нет выбора. Мы выпустим миазмы. Миазмы? Но, брат, у нас нет выхода. Такова воля Вергилия. Хуэрекес. Ну а ты, брат, тогда решишь. Брат Казимир, ты активируешь барьер и выпустишь миазмы. Ничто не должно тебя остановить. Брат Торек, мы должны остаться и защищать череп. А чё я не могу магию потребить? Теперь они просыпаются. Зачарование. А нету зачарования. Да. Ковые ботинки. А, уменьшилось было 12, стало 8. Ладно. Интересная вещь.
Уже пора заканчивать. Да, интересная игра, интересные квесты. Да, сын мой. Чем я могу помочь? Давай продолжим. Нам еще столько всего надо сделать. А, череп остался. Да, он ушел. Как же череп забрать? Снять магический барьер. Что он уходит? Адепт. Шесть отмычек осталось. Уже там где-то рычаг есть. А, вот тут барьер, наверное, сверху. Малый оберег. Увеличивает класс брони на 40. Да.
Шо? Да, сын мой. Чем я могу помочь? Давай продолжим. Нам еще столько всего надо сделать. А, вот барьер какой. Сработало! Слава Маре! Твое тело исчезло, а потом материализовалось на другой стороне. Такого мне еще видеть не доводилось. Я тебе завидую. Могу представить, как это захватывающе — видеть историю чужими глазами. Мне остается лишь читать об этих чудесах в процессе исследования черепа. Верно. Мои воспоминания о коварстве Вермины не должны отвратить тебя от твоего задания. Прошу прощения. Впереди внутреннее святилище. Мы должны добраться до черепа и положить конец несчастьям Данстара. Веди, друг мой. Идем. Нужно добыть череп и уничтожить его. Только что ж оттуда пришли, опять туда. Отмычек купить. Блин. 6 штук осталось. Чего не двигаюсь? Да, ты шо? Верек, Торек, вы живы? Разочарован, Казимир. Я больше не ношу это имя. Я Эрандур, жрец Мары. Ты предатель. Ты оставил нас умирать и сбежал, прежде чем миазмы добрались до тебя. Нет, я испугался. Я не был готов уснуть. Довольно лжи. Я не позволю тебе уничтожить череп, жрец Мары. Что ж ты не оставляешь мне выбора? Не стоило сюда... Да, ты шо, их... Ого, они такие сильные. Да. Зелье магии надо. Да, ты что, где тут чувак? Все, мне капец. Вставай, давай. Меня, давай!
Блин, уже почти его замочил. Да ты шо, сколько идти? Сейчас подготовиться. Предметы, что у нас там есть? Защитный круг. Разочарован, Казимир? Я больше не ношу это имя. Я Эрандур, жрец Мары. Ты предатель. Ты оставил нас умирать и сбежал, прежде чем миазмы добрались до тебя. Нет, я испугался. Я не был готов уснуть. Довольно лжи. Я не позволю тебе уничтожить череп, жрец Мары. Что ж, ты не оставляешь мне выбора. Так, зелье. Добавочная магия. Так, у меня там свиток какой-то был, да? Ты караешь меня. Если бы им это удалось, судьба Данстара была бы предрешена. У тебя удивительный взгляд на происходящее. Пора. Череп нужно уничтожить. Отойди немного. Я проведу ритуал, данный мне госпожой Марой. Сначала снимем барьер заклинания. Там посох такой мощный. Порочий меч.
Тот же сдавался в прошлом бою. Застрял. К тебе взываю, владычица Мара. Череп голоден. Он жаждет воспоминаний, чтобы превратить их в кошмары. Подари мне силу, чтобы прорваться за этот барьер и отправить череп в глубины Обливиона. Он обманул тебя? Когда ритуал завершится, череп будет свободен, и Эрандур вернется против тебя. Быстрее! Убей его сейчас же! Убей его и утверди свою власть над черепом! Вермина приказывает тебе... Так и знал, что он придется его мочить. Ключ от храма призывателя ночи. За череп. Интересно, а что будет, если я дам закончить ритуал? 20 единиц урона, собранные пускающих людей сны, увеличивают урон до 50. Интересно. Давайте посмотрим, что будет, если я ему дам ритуал закончить. Ага, траур. Я взываю, владычица Мара. Череп голоден. Он жаждет воспоминаний, чтобы превратить их в кошмары. Подари мне силу, чтобы прорваться за этот барьер и отправить череп в глубины Обливиона. Он обманул тебя. Когда ритуал завершится, череп будет свободен, и Эрандур вернется против тебя. Быстрее! Убей его сейчас же! Убей его и утверди свою власть над черепом. Вермина приказывает тебе. Позволим завершить ритуал.
Да, сын мой. Чем я могу помочь? Идем. Нужно добыть череп и уничтожить его. Не удивляйся, что я не выгляжу счастливым. Этот храм давит на меня. Будучи скромным слугой Умары, я не владею большими богатствами, но я могу предложить тебе нечто лучшее. Дружбу. Я соорудил скромный алтарь Мары в привратном покое около входа. Я собирался провести остаток жизни здесь, чтобы похоронить прошлое и молить о прощении. Но я готов предложить тебе свои услуги. Если захочешь взять меня с собой, я буду здесь. Не благодари меня. Тебе удалось совершить настоящий подвиг для людей Данстара. Если кого-то и следует благодарить, это тебя. Не, мне тут больше нравится там. В принципе, как спутник у меня не нужен, а посох лишним не будет. Получих. Так. Я буду служить Вермень, получается. Да, такой квест растянулся, что... Получается, что я не Рох Юргена добыл, а вообще другое. Чё? Так, сейчас заканчивать. Доходим до Ярла. Рассказываем, что мы... Спасли город, и все, заканчиваем. Как выйти отсюда? Можно? Быстро. Блин, надо выйти по-любому. Да, блин, потерялся. Так. А, вот выход. А, вот. Так, сохранится. Это может вылететь. О, это, помню, по Моровинду пещера гнома. Машины были. Ледок опять где-то просидела.
Наверное, мы изучим еще красноречие. Так, а где эти кошаки, что уже ушли? Я же говорил, что они уйдут. Блин, ну все, они же здесь были. Бедок бежит. Проклятые кошмары наконец прекратились. Но ты, небось, ничего про них не знаешь, да? Опять спит. Кошмары в Донстаре прекратились, и говорят, ты тому причины. Прими мою благодарность. И все. А знаешь, отчего драконы-то нападают? Талос сердит, что мы от него отвернулись. Вот. Я Хускарл Скальда, и командир его стражи. Я здесь, чтобы предложить свою магию народу Донстара. Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами? Прекрасный день в Донстаре. Так. Чё? Вот чё. Лунный амулет. Лагерь. Так, сохраняемся. Что, здесь, наверное, закончим. Так, как в меню выйти? Все. Всем, кто был, до следующего стрима.